этом чемпионате оцениваю выступление команды на 5 баллов. Я думаю, что команда набирает оборот с каждым матчем и к первому раунду плей-офф будет готова на все 100%. Команда очень нравится. Единственное, что бывает, провалы отдельные. Но это связано с травмой игроков. Возможно, какие-то кадровые перемещения тоже сказываются. А так, в целом, команда играет хорошо. Я уже болельщик с 50-летним стажем. Мне есть что с чем сравнить. Команда на хорошем уровне. Я желаю команде только успехов. Самый лучший игрок – это Жердев Николай. Ну, агрессивность его, как говорится, профессионализм, отношение к делу. Проскуряков, наверное. Ну, может, еще Кулемин. Мне нравится выступление наших нижегородских хоккеистов. Это Леша Потапов, Володя Галузин. Но мне больше всего нравится, если брать иностранцев, например, мне нравится, как выступает Эштон. Мой игрок самый любимый – Илья Проскуряков, Брэндон Макмиллан. Я хотел, чтобы это был бы Ярославль, вот, потому что у нас с ними отношения очень хорошие, и хотелось бы у них выиграть, да, то есть плей-офф, первый раунд. Кто бы не был соперником, будем играть, я думаю, до конца биться. Надеюсь на повторение прошлого сезона с Йокельтом, чтобы увидеть такой же первый раунд, красивый, зрелищный.